артистов много. Мы хотим учиться, мы хотим учиться. Доброе утро. Тема наша сегодня «Хинух Иладим». Наша обязанность, наши детей учить тоже молиться. Я сам знаю. Катан шига ле хинух, хаяв авину хинухов, митпалел арвит шаари минуха. Мальчик уже прошел хинух, это до 9 лет уже. 9 лет ребенок уже считается, уже он, человек, уже готовый на взрослого. Он обязан, папа его учить, шахрит, минха, арвит. Обязан. Папа пишет, тефила арвит, рушу. А, мы знаем, молитва арвит, это не закон. Это хочет делать, не хочет не делать. Но, мы звали зе, никого ховат курсе. Но уже в наше время, как все мы приняли это, уже для нас становится закон. Я не имею права, хочу, не хочу. Арвит, то считается уже, обязан считать. וגם לא אמרו שיהיה רשות לגמרי, אלא לבטלה מבנה מצוות עבירה. הוא מותר לתת לקטן לאכול אף קודם שחרית. ותראי הלכה, מזניים שתו אותם. יהיה אני מפרה בקושי נתשבו. פית מגו, דו מליטוי. קושי נמגו. נו, יהיה מפרה בה, צבאי מרוקה מבדד ריבון, קושת, ליבוי שלום חודשת. כמו שאומר מצוות שלו, נהיה גזת. זה יהיה מפרה בה, דבד עם הקושי. מצווה להביא ילדים קטנים שהגיעו לחינוך לבית הכנסת. מצווה בלשויה, פרווסיס הבודיטי בסינגוגו. להתפלל עם הציבור. שטוב, אני תושב מלא לסחגיה מיסטי אופשסטווה. ולזרזם להקשיב לענות לדבריהם דברים של קדושה. נעוצית איך, הפיצ'ת עומד ברוך הוא בשמו חודש חודש. לחנכם לעמוד בהמה וירה. והספיטציה בודיטי, שטוב, אני ביאליס, и Тарсан, Ларзан, как целого господа должен быть. Влезая в Кудучат Амаком Керауи, научить его, чтобы это конечно нам дуре Джой Ходуш. Вчера мы умирали здесь, вот там воду выпили, три воды, бутылки бросили, вышли вон там. До чего люди тупые? Да чего любят тупые? Конечно, он худом. Как ты можешь пить, брось туда? Наоборот, что-то есть, надо. Наоборот, поднять нужно. Что за люди? Понимаете? Да, почему? О, точка. Точка. Вого один лабанот. Шигу лахинух. Точно такой же девочки. Мама должна привести девочку в синагогу. Чтобы она тоже знала, что такое синагога, что не только молитва. Мамбад духтурум псалам майот ям баба чагин. Литпалем врал на инян макра мегила. Доминик тов ла ави дэлдин. Когда мы говорим, что уже мегила оставим мегилова, обязан там принести. Махила. Да. Да. Идем, идемте, спасибо, идемте. Давай, да, спасибо, дорогая. Нет, кто хорит. А? Окей, поэтому трудновики, у ми кользе в ктаним шайнам или болим это фила. Кому мы должны привести? Дети, которые делают, бегают здесь, не слушают усров на кнецобе. Когда мой ребенок, он говорит, садись, он сел. Встань, он встал. Мне мисво его привести. Но когда он бегает, трудновики, что он говорит? А валим ктаним бетам, афраим ла сибур, אין להם לבית כנסת, פעדים להתפלל ביחיד. לוצ'י סאם, סידי דומה, דומה, עדין שיטאי, נו דיטי כתורים, בגלל סודה, אני פרוודי סודה. תשובה? וסגונאי המילה מצג איתה. בת שאול בת שנה מדונה. גונאי המי בולקת דוחל דק. ביתר עודם חונה, תפילה חונה, טענו חונש בה, בו בת שנה בירבו. אתם מדוח שזנת, Ребенок уже, когда уже 9 лет ему, 10 лет, он понимает, сядь, встань, сиди, молчи, он знает, приводи. Если нет, не имеет права. Поэтому мама должна знать, синагога это не детская ясли. Женщина посылает детей с мужем, в конце концов, он сама дома кайфует, сидит, ноги на ноги. Это неправильно. Это неправильно. Когда ребенок в синагоге, тогда он уже понимает. Поэтому мицва,
их приводить в синагогу, чтобы они учились молиться, но не бегать здесь. А еще моложе вообще не надо? Нет, конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Нахон леханех каним литпалел кол седер тфила. Он говорит, нужно научить, нужно научить. Кем это написано? Нужно научить маленьких детей, как взрослые. Где мы начинаем читать? Замирот, курбанот, он тоже должен учить. Курбанот. А мы взрослые не читаем, не читаем еще. Сразу приходим, ля-ачас ма-исраэль, джон-халос, карди-кардам. Он говорит, бача йоды тонки бывают ассари, первый лист сарку на хонда неша. Колель барахода шахар, пагои барахой локене шамо, урхата ашем, ашер йоцар, покая хаврим, батила турим, зухтав куфим. Это ребен должен знать, тем более Америка не знает ничего. К сожалению, папа не знает, откуда он ребенок знает. Мы должны знать, что если тирут поставить, нам нужно поставить его куда? Public school не надо. И швома, откуда мы это не далеко? Поставили швома, чтобы они знали, куда хочет научиться. Ой, ой, валя, валя, сим, лев, аллах, бен, шало, идлаг, матфиля. Папа должен быть очень внимательным, чтобы его сын не перегал все тфилот. Один хонде, два пропустил. Один хонде, три пропустил. Чтобы такого не было, он должен с ним сидеть. Чтобы он шел стоп-ба-стоп, чтобы он мог учиться. «Кихенуха на наар алпидарко гамискейн ло йосур мину». А когда вахти Йошиба во время бонус ребенка, ты его воспитал хорошо, правильно? Он когда уже будет стариком, он никогда это не уйдет. Какое он получил воспитание, он так будет идти. Но чтобы ребенка воспитать, он самый пример должен быть. Сто сам, приходит папа с работы. Уставший. Чондедеш. Ну, Торохонсоди. Да. Но он сам сейчас смотрит телевизор. Ты должен примером быть. Возьми Торо. Давай, Чондедеш. Садим с тобой полчаса. Почитаем. Кимы Чихонди. Чиог, Чондедеш. Я должен быть пример. Махудан боят. Курбон курам ким бачам бери Торо боше. Махудан бот крен. Сорам ким бачам йог. Грек Тильбана сам бе. Тильбано. Вы все видите. Он ничего не делает, только спрашивай. Хайфи пуль, тфли мехра. Хайфи пуль. Жалко эти 500 долларов. Покупает. Хайфи бай тфимано. Мусорный ящик. Ктипти зано. Зано и чай беран бозы. Бар митсва. Бар митсва, че бар митсва, че бай. Сриман дури митсвой туродром соде хози. Ту и на дури хози гнодром соде. Псарате дури гнодром соде гнодром соде хози. Какой это бар митсва называется? Почему это все? Потому что родители сами далеко очень. Очень далеко. Катан шеге лехенух, шелешену кавитай тпалел лаад меот, эн леханеху лтпалел тфилат кцера. Бача у него язык очень быстро читает. Он слово по слову читает. Не учи его прыгать. Пускай так идет. А медленно читает? Пускай, да, медленно. У него язык нехороший немножко. Он говорит, не имеешь права, что пропускать. Даже на ворех, маленький на ворех, нет, все будет читать, Джон Дэвидж. А я все читаю, Джон Дэвидж, все будет хорошо у тебя. Ты еще маленький. Здорово. Потом все хорошо будет, да. Эля Алеханхоль Палель, выходит приход Крият Шима, Шмона Исраэль. Но если ему через трудно, хотя бы Шима Исраэль и Амида. Он обязан каждый день ребенок молиться. Кто не учится и Шиве, проблема. Кто у тебя ищет, они молятся. Хочешь, не хочешь. Понимаете? Мои внуки, Боже, Алем. 8-9 лет. О-хо! Они что знают, я не знаю. Бляйнера. Мишнает Баальпе. Мишнает Баальпе. Тора. Читают. Понимаете? Наверное, я 11 лет. Танаха не избыла Танаха. Вот в 12-м книге это Танах называется. Наизусть знает. Они так учатся. А почеги, потому что у них школа такая. Понимаете? Стоит детей поставить туда, как Пагабадисарам Манхам на Мехрамке, я поставил себе лоер в этом мире, который меня будет там держать.
сколько мы не знаем, сколько мы не знаем. Жалко. Мы думаем, этот мир, все это моя цель в этом мире. Работает, деньги, хоне, хавли, кайфовать, все. Пока я живой, кайфуй. Ты не живой, ты мертвый. Ты не живой, ты мертвый. Если я не живу по закону Тора, я мертвый человек на ногах. Я существую я. Главное там нам, там, как, что там будет там, что будет с нами там. Если я верю, что там есть второй мир, если я верю там, что меня ждет, я должен готовиться. Митцват хинух хи במצווה דרבנן, ולכן על האב לחנך את בנו, לומר הלל במועדים, בראשי חודשים, לפלל מוסף, נעילה. תושת הקבלת שלנו זו נאוצית, הלל חונדנה. מוסופי שבות, מוסופי כיפור, נעלוי כיפור, וצ'י ריבונקה. וצ'י ריבונקה, פרימטי. בואו נשתו מסייל, וצ'י לוסה, פסי תפילוי מועדויה. את הבלשוי הבלשוי מצווה דלו, מהחוזי הגתון לסיביה, чтобы мой сын был после Бадисара Монахи, он должен сам пойти. Мадилам Джамка Хозе Бачим уже, я Монда, он никуда не упадет. Он никуда не упадет. Понимаете? Царих Адам Леханех Бенатау, Шепалю Бахольем Тфреда Хад. То есть такое же правило девочки. Папа, мама должны знать. Дочка должна хотя бы один молиться. Дочка. Если она в школе, есть проблема. Там не учатся. Я имею в виду, которые в школе public school. Они обязаны молиться. Обязаны молиться. Нахон, что едет в Вилат Шахарит. И Барахот Ашахар, Барахот Тора. Что нужно делать первое? Утром вставать, мы помыть руки, а не тля даим, и лёгкай на шамо. Все это Барахо. Сказать Барахо и Шахар, утро ищет Барахо. Шма Исраэль. Все, Борушем и Амида. Больше ничего не надо. Девочки, ничего не надо. Женщина тоже такая практика, это самое Аллаха. За утром встает с постели, она все бархо говорит, Шма Исраэль Борушем Кевот, поцеловала, и Сар, а чем святой слов Егитратеха? Лаш. Все, ты вышла. Ты считаешься цадекет. Ты молодец. 10 минут времени, да? Да, все. Эль, нашим, лаварех, бархат Шма. Роме кишечник не имеет права Барахой Шмасрага. Борухата Ашем, Охевит Амой Исраэль не имеет права. Никогда женщина Барахо не имеет права говорить. Какой? Охевит Амой Исраэль, Шма Исраэль, Механ Макун, пишет Шма Исраэль. Барахо Дора, правильно? Барахо, мы, это женщина, девочки, никто не имеет права Барахо в Тамбе. Только Шма Исраэль. Бе Барахо, Шма Исраэль, Шма Исраэль, это почему я говорю Шма Исраэль? Я Всевышнего на себя делаю царем. Я принимаю, что он мой царь. Его власть. Понимаете? Поэтому. Эйла Атамурана Кириача Мама Тверада Мейда Бильват. Только Шма Исраэль Бебараха. Вим Тецена Атамурана Барух Баруша Амар. Виштаба Баруха Шатура Бли Шея Малху. Женщина хочет читать Баруша Амар. Баруша Амар Вая Лома Михарим Маку. Она имеет право читать. Но Бараха в конце не имеет говорить. Не имеет права. Иштабах, Михаил мой, Иштабах. Правильно? Брухата Ашем, Мелех Мулабы Чпахот. Правильно? Она не имеет права. Она что говорит? Барух. Барух пропускает Элокейну Ашем, дальше говорит. Беноми Бурула. Она никакого браха не имеет права говорить. Бегарзи дурин лашба, дурин амида, и бегарзи утренняя молитва. Она может прямо лашба начать? Да. Так и надо. Так и надо. Ей нужно только утром встала. Она прочитала все барахо, правильно? Илокай, нешамо, шатабати, борхта, шем, шем, бахал, микол, амин, лалон, нитр, борхта, шем, лутена Тора. Я воле хашу, шмареха сказала. Сразу Шма Исраэль и пошла. Борхата, шем, илокай, бром, илисов. Все. Это будет 10 минут времени будет. 15 минут времени будет. Самое больше. Но если она цадекет, мехайки борушам мархона. Пожалуйста, не проблема. Леки барахов там это. Бейно мяшин. Все барахов читали, это дури боруша маба. Дури нишмат бай, я гом барахов на меги. Приходишь барахов, отпускаешь его, сразу дури лашмай дури. Окей?
ראו לכל מלמדי תינוקות של בן רבן למדן לדל ישראל שרגלים עד לשונם במפתח נכון שלא ימצא בפיהם שום שגיעה את השקול כזייצה רבי כתור לשקול דת אורוקי הדביעה זה נבועד בו בצור בדבנימני שאתם פרעלו וגברים לסלובה פרעלו פרעלו שאתם בלה וגברים לסלובה פרימייתי то что ты говорили а нам тогда бачал что я их не дал чтобы они правильно говорили мне считаться фортроба а чехар когда в тай димаш ама но розы мы же говорим когда бай рахмат бутуки мы хам башты от тема я ведь тебе деньги не прошу дай мне твой ребенок мою ее тема мал ты плюв ты могу и дали $1000 дали уже что хай ну дай мне поставлю правильно его на ноги чтобы он завтра мог читать Нет, обижается. Ту бачим, рано до дихона. Чехона, он неправильно читает видео. Он же неправильно читает видео. Потому что они понимают иврит. Он говорит, иврит мефамага, он по-другому читает. Он понимает, где останавливается, поднимается, где нельзя. Он не понимает, он только читает с хворим. Дайте ему правильно, чтобы он правильно выговаривал слова. Нет. Они думают, что рабай – это плохой рабай. Кванит баэль, что мутал от элекатан лехор уга. אף קודם תפילת שחרים, כמו שגברי לי, שאתה ריביון כמו שדבר, תורת כושר, אוטרו. אילי שבוטו, אילי פסי דניה. אין פרבלמה. איסי מוי ריביון כבוד חודש כוש, פתאום מליצה, מושדם. דייתם הוא כושי. דוטרינת סטירה. דה, דה. חינוך את השתה אצל דיוויד לד, פריבריתי. חינוך. פתאום הוא זה חינוך, הוא זה פרחוי, הוא זה... דוטרינת סטירה, הוא זה פשוט, הוא זה נאות של דוטרינת סטירה, הוא זה... Стараться, чтобы он был как я. Сразу будет флимебана. Кен, должен, обязан. Да. Бебараха. Бебараха. Да. Катанши Игаля Хенух, что люди палят флимебана рахат, то он нахон лиханих флимебана шлимим. Как я, если один тфлё минхон и зил, я читаю арабит, правильно? Или шахарин и зил, минхон барат читаю. Нужно научить ребенка, который читает такого же. Джондыш нахон ты, хай минхон думать, что джондыш. נכון, נכון, יא פזל פפצ'קה, אוקיי, ערבית דבר על שתיים. שטוב, און לא גוזי סדסו זה חדיד, ביד שלו מפרופסיס זה גם תפילה. און מוטבו שתיים. שטוב, נפרופסקל, איזה פרופסיל דבר על שתיים. שטוב, און אוז'ה בל גטובי. נער בן יוד ג' שנה ויום אחד שאין יודע אם הביא שתי סלות. או, זה סגלוני. ריביון כותרנס נט. נו, אישה נזנה אם עוד יבלסינק יסי נטו. Но день рождения 13 лет ему. Но уже два волосинка у него вообще, я знаю, нету ли ты. Опрос. Роме Вики. Микар один я хол лоци еде хвата, еда гадол, еде хват от фила. Имеет ли право он быть здесь, шалях цибур? По закону Тора говорит да. Потому что он 13 лет, да. Влахен, холе о закен, ше ино, יכול פלל תפילה 18 עם עצמו, רשאי לשמוע את תפילת מנער. הנער מצד דחותה. שיש סמוך על הזקה שהביא שתי שערות. חוזר חזון נסתק. המו חוזר, מי זונה? צ'וקונים. מה אלה שכונה מגוע? תשובה, מעובר נעוזה בצור זה דבר ולסין כמצע. אלי זה, אלי זה, זה איתם דרוגו מסי. מעובר לי. לא כדע, יא עובר נשתו לי בת שמה, עולה, נברור די. זאת אומרת נברור די, אני מת פלאה בית חזן. פתאום שאו נשאו, ניפול נעצני. נסברר. неполноценный мужчина. О, седай сюда. Не, меня метр на хозе. Леки хозе диксе броудам, а метон не метона. Понял, да? И он говорит, сегодня люди говорят, уже мы знаем, что почти у всех уже это есть. Поэтому, ага, хозе больше, ага, а им бача метона, ки хазон шве, другой броудам. Памятам, бля, хаслаха, фанасатова, руфашима, вахей, я отсюда, наверное, мы... Thank you, Боже.